Здравствуйте, с вами Шурин Двор Медведев, и сегодня вашему вниманию мы хотим представить нагрудник для кавалерийского седла, уставной, такой, который положен был для армии по уставу. Как видите, эта часть не сшита с этими ремнями, что позволяет довольно индивидуально подгонять нагрудник каждой лошади, как и полагается в армии. В армии же лошади идут нестандартного размера, поэтому так. До свидания. Ну а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До свидания.